В минувшее воскресенье, 24 декабря, в Горно-Алтайске, в микрорайоне Мебельная, прошло открытие сквера семьи. Общественная территория была благоустроена в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». В центре сквера посадили дуб – символ семейного благополучия, любви, верности и долголетия. Площадка оборудована для проведения концертов, массовых мероприятий, вымощенными брусчаткой дорожками, необычными коваными скамейками. Еще полгода назад на этом месте был заброшенный пустырь с простыми тропинками, по которым ходили люди. Вот нами было принято решение в рамках программы «Городская среда» создать здесь новую общественную территорию, которая будет пользоваться спросом и будет полезной для нашего городского населения. Сегодня здесь создан сквер под говорящим названием. Мы назвали этот сквер сквером семьи, потому что семья – это дети, это встречи, это всегда хорошее настроение. Мы хотим, чтобы это место стало настоящим местом встреч наших людей, местом отдыха наших ребятишек городских, молодежи, ну и всего городского населения. Открытие сквера совпало со стартом в республиканской столице Всероссийского фестиваля «Выходи гулять». Мероприятия в рамках фестиваля будут проходить на протяжении всей зимы и весны на площадках, благоустроенных по приоритетному проекту «Формирование комфортной городской среды». После завершения торжественной части была организована новогодняя развлекательная программа с выступлением творческих коллективов.